Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии на восьмерых за Китай в Sid Meier's Civilization 6. Континенты и острова, три включенных режима, в общем, все подробности в первой серии, если вы случайно наткнулись на это видео. Ссылка на первую серию в прикрепленном комментарии, там же ссылка на плейлист всего прохождения. Переходите, смотрите с самого начала. Спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу, у нас тут практически Netflix. Спасибо вам большое за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Видите, как я влияю на города тут? Плюс 33. Опаньки. Спасаемся. Так, больше торговых путей. Давайте вот из этого города. Я же просто куплю. Здесь... Ну, надо лян на аквакультуру и пересаживать, я думаю. Причем, наверное, пересаживать в Ханьдань. А Рейну, наоборот, в Сиань, наверное, может, так сделаем. Может, открытые границы делать или нет? Нет. Реально не успеваю все тут принять. Так, что у нас по два банка? Я строю как раз рыцарей. Две верфи. Верфи я строю. Есть национализм. Ой, Франция, зачем ты правительство сменил? Мы тебя не слышим. Такой... По нулям, все. Нет, давайте кампус. Надо производство, конечно, поднять, типа построить всякие лесопилки и прочее. Это не забываем покупать строителей. Неужели я успел походить? Ладно, давайте-ка мы тут... А тут проплыва нету, что ли? Тогда... Блин, надо было в ту сторону 41. Делать. Это причина, почему Франция сменила правительство. Да, по нулям. Значит, у Франции анархия. Он вернулся в то правительство, которое у него уже было. Тебя все еще не слышно? Не, надо менять. Тут я еще, ну, Магнус у меня пускай все еще есть в Шанхае, тут есть мне что вырубать. А вот Лян, я думаю, что Лян с Рейной надо менять местами. Нормально. Мы так, и надо... Синхрон, поэтому отключите таймер. И надо будет купить юниты, чтобы корпуса сделать. Так, меняю местами... Губеров. Так, у нас построился капер второй, слава богу. Я просто вылетал, тут компьютер кое-что за меня сделал, капер построился. Так, тут... Отменяем все эти... Хотя тут пускай на автомате бегает. Все.
все юниты. Не знаю, какая-то мания у компьютера все юниты вывести из городов. Зачем он это делает? Хорошо. Не говори. Ничего не говори. Это жжет огонь внутри. Это, скорее всего, проблема у Лёши была. Дискорд от имени админа запустить надо. А, кстати, может быть, да. Ну, не повезло тогда. Так. Тут первого уровня давайте здесь купим. Ну, нам надо прокачать. Ну, тут я, наверное, ничего не буду менять. Шпионов не хочу делать пока. Тут все пока... Вот морские юниты можно... Давайте логистику возьмем. Так, это у нас открылось... Что открылось? Национализм. Угу. Давайте го-колониализм. Так, два банка я строю. Боже, вот тут вот этот Шанхай фигню начал строить. Давайте, наверное... Нет, дамба 12 ходов, что-то долго. Плюс один. Ну, кстати, тут интересно, может быть, тут тогда венецианочку сделаем. Так. Тырим деньги. Так, у нас там еще одного губера в Шанхай надо вернуть. Вот куда вот этот рабочий поехал? Это ж трындец какой-то. Так, подождите, еще одного арбалета надо купить, да? Так, все губернаторы остальные на месте. Лянь и Рейну я поменял местами. Все, зашибись. И все равно тут даже есть нормально. Нормально. А чего ждем? Я еще хожу. Все, вот сейчас закончил ход. Так, мы вернулись в игру. Селитру добываем. Тут я объединяю все в корпуса. На самом деле день прошел. После прошлого хода. Не хочу я тут стены. Ну, великую стену имею в виду. Просто шахты. Где, вот куда вот он отправил? Ладно, давайте китов обработаем. Компуктер отправил куда-то вообще. В далекие места. Е. Минус лагерь. Так, этим кораблем и этим. Тут без шансов, да, на кругосветку. Давайте сюда, наверное, поплывем. А этим... Тут, конечно, можно ждать
когда растает лед. Между нами тает лед. Так, это я для того, чтобы прокачать мобилизацию. Это, день прошел, тяжеловато вспомнить, что ты вообще хотел тут. Помню, хотел победить, а вот как? Каким образом? Вырубать тут, наверное, да. А к кому относится? К Чанша. Ну да, наверное, вырубаем. Так надо поставить, что тут сделать. А, я казармы строю. Я, по-моему, открыл уже все, что оружейную требовало. Тем не менее, оружейную можно построить, чтобы накапливать. Так, подождите, а... Индустриализацию. Давайте-ка мы индустриализацию откроем. У меня должна быть где-то вторая мастерская строиться или нет? Вот в Хандане мы точно мастерскую строим. 4 хода. Долго. Тут построено. Тут театралку. А где у нас еще промышленная зона вообще? У меня с промышленными зонами как-то... Блин... А что, только две промышленных зоны? Вот тут еще. Так, тут я достраиваю кампус, тоже мастерскую сразу. Так. Окей, второй банк или это два банка строится? Уже тоже не помню. Так, а что ж в Чанше тогда? Ну ладно, оружейную сделаем. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Сюда надо. Так, что вот я в Шанхае? Это у меня где-то я вылетал, какой-то мы сейф делали. Вылетал за меня компьютер. Вот эту фигню строит. И на священное место точно не надо. Я хотел дамбу, но что-то рановато, наверное. Промышленная зона... О, кого-то я встретил. О, а вот и Германия. А, вот где мы встретились. Ну и что там? Германия, предложение. Греция, предложение. Так. Ой, у Польши что-то есть. Польша, предложение. Так, здесь у нас холмы. Значит, наверное, вырубаем. Да. А, не-не-не-не-не, стоп, стоп. Этот лес действует на нашу... Блин, а я убрал, что... Надо вернуть... Давай, ну, соседство для... Священных мест. Понимаешь, что их всего два? И трюфели за красителем. Так, а где... Твои трюфели на мои красители. Ты меня спрашиваешь? Ну, Китай. Ну, предлагай. Не знаю, у меня, по-моему, есть трюфеля. Просто мне показывалось, что у тебя один краситель, поэтому я не предложил. Оно, видимо, не обновилось еще. Кай вылечится там. Так, я думаю, что тут
на какую-то из этих клеток дамбу надо строить. Наверное, вот на этой буду. Блин, Шанхай надо поменять строительство. Не могу придумать на что, правда. Ладно, давайте промышленную зону реально вот сюда. Так, пройдемся по городам, пока таймера нету. Растет. Растет, растет. Так, ну пока красота. Можно, конечно, начинать уже бояться шапок, наверное, французских. С другой стороны, вообще 71-66 тяжеловато шапками брать. Особенно если будут... эти. Пошли, наверное, сбегаем сюда вниз. Особенно, если будут... стены стоять. Так, 163-157. Ну, в принципе, вот мы 4 лидера. Трое на одном нашем континенте. И немец у себя. Остальные подотстают. Я, кстати, удивлен таким большим количеством культуры. Я не вижу, ну, то есть, вот тут у меня вот это дает культуру, но это все. И я бы не сказал, что за счет этого я бы так... Ну, да, еще религия 27. Но потом откуда... В остальном откуда я беру культуру, мне непонятно. От морского боя. Ладно. Возьму морской бой. Я тут не знаю, не вижу, что я тут могу грабить на побережье просто. Так, ну я думаю, что после гавани и маяка мы все-таки построим этот... храм Василия Блаженного. А у меня нет еще предприятия на... Подождите, я же тут делал... тут вот... плантация. Вот... А, плантация. Тут ничего не предприятие. Ладно, надо обработать и туда. Так, значит, здесь мы не делаем ничего. Пошли, наверное... Вот так обработаем пшеничку, чтоб Синьчжоу росло. Пока тут не буду. Возможно, я какой-нибудь район сюда поставлю. Потом. Но пока нет. Кстати, можно вот эти клетки тоже купить. За счет Темпла Майор, видите, какой выхлоп. Так, Лян и Рейна у нас меняются местами. Еще ждем аквакультуру. Блин. Я не успел нифига. Колониализм открыли. Рыбацкие суда плюс производство и два посла. Так, это в Шенгете надо, видимо, опять. А пока я сюзерен. Так, ну тогда надо... Ну вообще Гонконг тоже еще пока рано добивать. Хатуса у нас есть научная. Возрождение через 7 ходов. Так, мне надо как-то в героический век выходить, а не получится... Ой, в какой героический? В золотой.
А что-то пока не видно как. Так, тут я, наверное, ничего не меняю. Пока меня все устраивает. Хотя вот новые строители 2.10, но пока Лян не села, я же все равно их не покупаю. А что-нибудь за два хода есть по культуре открыть? Строительная инженерия вообще один ход. Давайте пока оперу и балет один ход. Давайте поменяю тогда эту карточку. Соседство... Где тут... Вот, сосед священного места, это производство добавляет. Либерализм пока не ставим. Экономику ускорили. Открываем ее. Потом индустриализацию. Ну, индустриализация должна ускориться сама. Блин, тут нужны районы еще. Все-таки ставить тут промышленную зону. А из чудеса, что могу тут построить, Килваки, Сивани нет. Собор точно нет. Тадж-Махал. Нет, на этих клетках жалко. Статуя Зевса рядом не хочу. И Терракоту не хочу. Запретный город. О, блин, а давайте запретный город. 9 ходов. Надо, правда, вот это собрать тогда. Ладно, давайте строителя. Еще одного. Перекол предложения. Получается, зря карточку убрал. Тогда постою здесь. Я ничего не постою, обработаю лучше лошадей, потом вернусь. Постройте промку в любом городе и проведите культурный охват средних клеток. Ну, просто у вас культура. Когда ты строишь промышленную зону, она культурный захват будет делать. Присоединять все клетки вокруг себя. Все равно непонятно. Вроде бы максимум две клетки вокруг. Да все понятно, просто я как не пробовал, что-то я не получал. Ну потому что ты, наверное, в третьем радиусе. Культурный захват дальше, чем третий радиус, не происходит. Угу. Что, какой-то бестолковый великий человек. Ну да, не совсем хороший. Да я вообще вкусный, кому-то отдал. Вообще что-то торможу. В том, что мне тут надо делать. А, дедушка и забрал вкусняшку. Да, забрал. Блин, как, кого он забрал? А, плюс два навыки университеты? А, инженера, мастерские, три культуры. Да, это крутое. А с Галикарнасом тем более, да. Мне бы этого инженера, наверное, забрать. Так, катастрофическое извержение. Так себе, буря меня тоже не беспокоит. Первая технология новой эпохи. Кагуану. Ванилка прям туда влился вот прям так. Нафига, ну ладно. Кагуана меня не беспокоит. Мне главное эти Шингетти. Француза, там у Рена была у тебя каравелла варварская. Ты ее убил или она уехала куда-то? Нет, я ее не убил, она отскочила куда-то. Блин, надо как-то найти и убить. Там же она не только тебе может гадить. Да-да, я с другой стороны убивал еще одну каравеллу, сейчас тоже поеду искать. Хочешь, посмотри сделку? Я больше не так не буду. Польша верит в искупление и принимает этот договор.
Блин, а вот эта фигня тут тоже мне мешается вообще-то. Так, там свинина, но мы тут поблизости пока обрабатываем. Я вот, кстати, не понимаю, почему при воросте средств деньги создаются из воздуха, а не забираются из казны другого игрока. Ну, видимо, тогда можно было бы легко банкротить людей. Особенно во время войны. Так, это стратегический уровень? Вернее, тактический? Ну, смотри, там воруется, типа, 138 монет, например, да? Ну, или там, не знаю, там зависит от чего-то. Вот, ну, у меня, например, 600, но вот давай глянем, у кого тут. Вот у грека 162 монеты. Вот прикинь бы, у него двое своровали, и все, у него ноль денег, и он в несчастье падает. Что делать? Контршпионаж? Но он не может от всех отбиваться. Так, ну у кого рассинхрон, ну нет, давайте кликаем. А то что долго. Так, пойдем, наверное, туда обрабатывать. Так, откуда у меня тут каравеллы-то? Случайно не купил компьютер ли? Ну, вообще, у меня две должно быть. Так, Лян следующим ходом садится в город. Тут верфь готова. Тут, конечно, надо, наверное... Хотя тут одна стена не особо сыграет роли. Блин, может здесь... О, это египетская. Может здесь... Морской юнит какой сделать, что ли? Еще один капер, давайте. Это в будущем будет подлодка. Да, я походу опять в нормальный выйду. Я уверен, что где-нибудь одно очко да набью случайно. А вот больше... Ну, у меня есть 4 очка, опять мой уникальный юнит. Я все еще могу. Блин, а где вторая мастерская? Я что-то... А, вот достраивает следующим ходом. Следующим ходом открываем индустриализацию. Блин, немец уже в новом времени. Я думаю, что в химии, кстати. Все ускорено. Ну, короче, нам в химию надо идти. Паровой двигатель нам тоже нужен. Он тупиковый, конечно, но нужен. Два форта. Кстати, я бы поставил вот тут и вот тут два форта, чтобы ускорить... Надо купить, короче, военного этого чувачка. Сколько он там стоит? 400 вроде было когда-то. Военный инженер, 340. Так, что по великим людям? Тут бы на инженера еще... Вообще инженера могу за веру купить. Я бы его купил за веру. Ученый что? Дает озарение двух членов промышленной зоны и открывает на карте нефти без обычных три. Ну, такое. Тем более, пока он вообще ко мне конкретно набивается. Да ладно. Подожди, а как его... Как ты его забрали только что? Немец забрал. Вау. Охренеть. Немец, а за что ты купил инженера сейчас? Проекты.
проекты так начал, охренеть, там обалдеть, конечно. Ну я просто запустил в трех городах разом проекты. А это серьезная начитка. Ну там просто я смотрю, знаете, там вообще до хрена у кого-то было. Такой думаю, покупать, не покупать, хоба. Нет уже инженера, пока я думал. Так, губернатор Лян, значит, сначала нам военного инженера надо купить. Так, а я на аквакультуру ее прокачал. А я ее еще не прокачал на аквакультуру. Блин. Так, что я тут открыл? Оперу и балет. Давайте строительную инженерию. Тут меняем обратно на... Блин, ну приходится убирать, потому что важнее... Блин, важнее, конечно, наука, чем вот эта фигня. Так, ну тут еще два заряда есть. В Стамбуле будем воровать денежки, в Чанше. Ну, смотрите, вот это у нас будет действовать на этот город, этот. 4, так, до Чэнду не дотягивается, и на Сиань. Значит, нам нужна еще вот здесь, получается, в Шанхае. А хотя вот тут, раз, два, три, четыре. Ну, блин. И где-то здесь надо еще в Чэнду, наверное, сделать производство. А к тому, что в Чанше-то промышленная зона, возможно, и не нужна. Таймер забыли. Да, поставьте таймер. Это была акция для Леши, сейчас Так, сколько у нас тут зарядов? Один. Ну, тут стену... Ну, кстати, в этом есть логика, потому что мы тут больше ничего не можем построить. Вот тут и вот тут стены надо сделать. Защищаю караваны в одиночку. Да я строю уже там. Я не ожидал, честно говоря, что там будут эти... Народ Польши тоже... Видишь, я туда уже перекинул этого флотоводца и строится в Лунси. Лагерь появился там? Неожиданно. Блин, ну тут еще надо починить будет. Нет, он появился давно, я просто не видел, что он вообще морской. Так, есть мастерская, индустриализация открыта. Химию... А, у нас вот здесь... Да, сюда у меня отправлен рабочий. Так, тут мы фабрику не делаем. Фабрику мы в Пекине делаем. А тут мы что делаем? Амбар давайте. Мастерская в Шэньяне. Ну, я бы, кстати, угольную тут тоже делал. Сначала библиотеку, потом фабрику.
Запретный город уже построили, блин. Пока я размышлял. Ну, то есть я хотел вот здесь вырубить, да, чтобы... Ну, надо, может, какое-нибудь другое чудо еще подумать. Почему нет? Какие у нас остались? Что там можно рядом с центром города? Силовое кисевание на побережье. Тадж-Махал. Только рядом с рекой. Нет. У меня неудачно. Ну, пока все. Биг Бен, Рурка. Рурка. Ну, Рурку в Пекине можно попробовать. Кстати. Но мне кажется, Рурку сейчас уже немец. Блин, я забыл про этот кризис вообще. Так, у Египта 2 очка дипломатической победы. Но все равно я впереди. Ладно, не обязательно. Ну, вообще можно было, чтобы пытаться именно дипломатическую еще. Все-таки зря забыл. Есть свинина на продажу. Надо кому? Могу предложить конину. Не, конина не. Алексей, предложение? Корпорацию на трюфелях можно, кстати, сделать. А они там жилье дают, по-моему. Или деньги, по-моему. Все-таки деньги. Биг Бен. Блин, вообще жалко вот эту клетку под Биг Бен. Так что пока нет. Уберу здесь стену. Бессмысленно немножко. Хотя вот там я лес зря вырубал, мне казалось, там холм. А его там не было. Так, тут ждем аквакультуру, улян. Тут у нас... Планируется, как ее, плотина. Ну, наверное, не проплыть, правда. Амбар в Ханьдане. Вообще, по-хорошему кампус бы поставить. Наверное, надо тут кампус ставить, да. Тем более, тут клетка такая дебильная. Всего две еды, одно производство. Так, доступные пути. Куда у нас тут... Самая большая... Ладно, давайте из Чанши купим торговца. Ну, там разграбили просто варвары. Вот здесь где-то. Ну, не знаю, кого там
Какую религию поосуждаем? Может, эту «Умные игры» опять? Он настырный такой. Ходит, тут что-то пытается. Ну да, кстати, и больше всего распространена, между прочим, «Умные игры». Осуждаем «Умные игры», согласен. Предлагаю дать культурный захват Кри. Чего? Кри дать. Кри? Или Франции, например. Нет, дать Кри, лучше культурный захват. Мне кажется, Франции будет как-то интересно. Да, надо... Блин, может за себя проголосовать? Кого тут как... У меня больше всех... Ну, вон еще у Франции... Нет, у Египта больше всех. Ну, вряд ли он прям вложится. Так, и туда надо, вот сюда точно надо вложиться, потому что там в прошлый раз мы не смогли провести это голосование. Франция тоже проголосовала. Да, точно прошел французский захват. Блин, мне надо было на один голос... А, нет, так туда еще и Польша проголосовала. Так, ну теперь напоминаю, что вы можете невозбранно сжигать еретиков, польских миссионеров и апостолов, даже без объявления войны, и получать за это 25 дипломатических очков. Так, я тут как раз миссионера видел. Хе-хе-хе. Приятное постановление Конгресса. А, не, я лучше уровень пока возьму. Так, здесь лян на аквакультуру. Предупреждение от... Так. Ну, в принципе, тут можно... Потому что нам... Мы в тундре не можем ничего строить вменяемое. Вообще. Поэтому имеет смысл... Здесь то же самое, вот стену поставить на этой клетке. Здесь можно ферму. Ну что, вот ферму пока, но я бы тут какой-нибудь район, ладно. А нафига я убирал тогда отсюда? Да, такие действия, конечно. Я получил великого полководца по имени Адольф. Ауч. Густав. Но до следующего еще рано. Еще 500 лет надо. Да у него не сдалось дружбы с Польшей. Я там что-нибудь поменять хотел, я явно хотел что-то поменять. Ушли заряды на строителей. Блин, а мне нужны ли заряды вообще? Ну, надо ли мне реально строители еще? Ну, как бы дофига строителей. Ну, тут один заряд, один. Три. Три. Тут все обработано. Вот у меня места еще немножко недообработанные. Блин, вот это надо починить сейчас все. Стену. Тут не успел стену, хотел сделать и забил. Где что? Ну, возле Лунси.
У меня один ход до капера. Я, наверное, надо перебазировать лучников. А этот флотоводец у меня корпус создает. Так что, надеюсь, отобьемся. Сейчас армаду. А где война? Ты с варварами, я так понимаю? Все-таки я вышел в нормальный век. Не сомневался в себе. Нанмадол хочет караван. Не, не хочу. Нанмадол хочет, а я не хочу. Так, все они я еще не могу? Могу. Так, нам надо театралочку здесь тогда делать. Ощущение шедевра мгновенно обосновывается. Давайте вот это. Так. У нас строители появились. Блин, я бы, наверное, не брал уже строителей. Давайте все-таки соседство священных мест пока поставлю. Где оно? Да, блин. Что это и на производство еще. Конечно, мало что-то священных мест построил по-хорошему. Так, уголь у нас идет. Так что, сохранимся и пересоздадим? Следующим ходом. А, понял, понял. Ладно, пора разграбить этот лагерь. Только надо раньше поляка это сделать. Что тут? Иерусалим. Так, Валетты у нас нету, да? Жаль. Блин, ну тут нужен рабочий. Ладно, давайте тут строим рабочего один ход. Потом удаляем здесь камень. И театралку, наконец, ставим. Так, сначала мастерская, потом дамба. Блин! Господи, как я каждый раз... Ну, сюда придется дамбу тогда ставить, конечно. Каждый раз лажаю с этим, что тут две клетки надо... Пак. Так, вот тут надо купить рабочего. Или ладно, давайте купим подлян. И отправить сюда. Блин, что-то я тупанул. В очередной раз. Или вот этим рабочим, только тут зарядов два. Вот этим рабочим надо убрать. Так, а нет там великого человека на что-нибудь нужное? Так, вот это не надо мне. Лабы плюс 4. А вот это бы забрать, конечно. Почитать проекты, что ли? Так.
Так, я так понимаю, что в лабах все, кроме меня? Не, слушайте, только немец, кстати. Только немец пока. Блин, смотрю на социальную политику мобилизации, так не хочется открывать. Не хочу так со своим народом поступать. Это про это? Рафлас, меня слышно? Тебя слышно. Так. Ну что, пробуем убивать вот эту фигню. Madem ki milletin... Тут, наверное, оставлю для какого-нибудь района. Вот сюда поставлю. Дальше покупаем маяк. И ставлю собор Василия Блаженного. А, он только рядом с центром. Ну, тогда сюда. Ну, тогда тем более. Ну, вот видишь, кукуруза. Кукуруза, кукуруза, понял, сейчас. Кукуруза. Требую за кукурузу. Понял, понял. Так мы уладим этот конфликт. Блин, поляк все-таки забыл. Потому что у нас... Мы сейф опять грузили, понимаете? Я опять забыл. Сейчас посмотрим. Как всегда. А, давай, да. Что, свиней на кукурузу мне? Нынче тут времена маяк. Не, может сюда город поставить еще? Не помешает. У нас два... Так, дефицит энергии, но у нас еще так. Нету нигде... Еще нигде нету электростанции в Пекине, надо 100%. Давайте после биржи сразу электростанцию, потом лабу. Так, в Сиане я хотел театралку сначала. Тут я откладываю производство. Это Юань библиотека. Чэньду. Лаба, Лунси. Выкуплю тут клетку, так уж и быть. Там затапливает, да? А вообще вот тут кампус может... А, четвертый радиус... Тут бы был нормально, ну, типа, плюс 2. Не, сюда не хочу. Ну и, понятно, мои пустынные клетки тоже не хочу занимать. Они слишком крутые у меня здесь. Что делать? Тут рабочие... Рабочий починит, пойдет вырубать. Ладно, надо что-то... Может, статус нет, 12 ходов долго. Жебель Баркал тоже не хочу. Давайте торговца тут. У нас два торговца можно. Мгновенно обосновывается во вражеском городе. Краков 124, а других я не вижу, да? Сиане мы откладываем. Не хочу торговца здесь. Мы тут откладываем. Тут давайте торговца два хода. И я бы их, кстати, отправлял из Цуйсяня на производство, потому что храм Василия Блаженного важно там построить. Так, а что он сюда?
Едет у нас. Давайте, наверное, сюда пока отправлю. Кстати, можно уже убирать форты. А это ход идет или кто-то еще ходит? Ну, я закончил только что. Да, и сразу все пошло. Союзник сообщает, что Египет исследовал научную теорию. Слушай, дед, а тебе... Давай я, наверное, убью каравеллу, а ты проатакуешь капер тогда каравеллой своей. У меня убьет потом, нет. Нет, так он атакует мой арбалет. Не знаю, ты не видишь, там у меня там арбалет полностью убитый. Точно? Ну да, сейчас ты проатакуешь капер, увидишь. Я потом арбалетом проатакую. Не факт, что он проатакует арбалет. Он атакует тот юнит, которому нанесет больше урон. Очевидно, у моего арбалета защита 40. У твоей каравеллы сколько? Это... Я застрял там. Ты застрял? Да. Ну, отлично. Плохо! Так давай меня. Дружба. А, блин, у нас... Я понял. Я не понял, почему ты... Ну, у тебя зона контроля там какая-то. Помнишь, Алексей, тысячи лет назад ты наблюдал, как его разведчика убили варвары? Да. Ну, здесь у нас взаимовыгодные, там просто варвары наши караваны хреначат, и его, и мои. Блин, только Египет в золотой вышел. Ай, новые континенты. Здания. Ну, давайте попробуем пульс паровой машины. Мы лабы будем строить. Вот. Кстати, теперь даже... Ну, наверное, все-таки арбалета моего убьет. Вот твоего... Твой каравал он бы точно не убил, если бы стрелял. Ну, сейчас что убьет? Не факт. Не, он будет точно арбалет мой атаковать. А, подождите, я же хотел из... Блин. Твою мать, блин, с этими... С кучу производства все они теряю. Так, что у нас за веру тут купить можно? Инженера можно купить. Я бы, наверное, купил. Фабрики, все фабрики плюс 2 производства. И мгновенно создают фабрику и мастерскую. Правда. Told you. Так, тут пропускаю ход. Здесь мы угольную делаем. И угольную в Пекине делаем. Так, и нам надо будет еще в Чэнду, как я помню. Вот для Чэнду можно этого все-таки купить. Так, где у нас тут? Ну, тут везде по плюсу. Я, наверное, сюда вместо стены поставлю.
А, давайте в Леон. И отсюда тоже. Ну, так, и немец сделал рурку, я так и думал. А, так, я вот не знаю, ну давайте отложим. Смогу ли я сразу район строить? Я вот не помню, если я тут высажусь. Так, в Чанше Лаба. Ханьдане. Библиотека. В Тайюане. Универ. Шанхай. А, в Шанхай откладываем. Мы будем тут дамбу строить. В Ияне. Так, тут явно кампус можно сделать. Эх, блин. Ладно, верфь. Хрен с тобой. Золотая рыбка. Вот я думаю, в Лунси мне... Ну, промышленную зону, конечно, тут... Не, наверное, все-таки кампус надо. Где надо промышленные зоны, они стоят. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут поискать уже в плейлисте. Ссылка на него в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.